Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня с вами я, Зара Готлиб, специалист по заполнению миграционных форм. Сегодня у нас с вами 28 января 2021 года, и я, как всегда, спешу с вами поделиться с одной очень хорошей новостью, потому что про отмену прокламации у меня уже спрашивают очень давно, но, к сожалению, у меня не было новостей на эту тему, потому что с момента, как к власти пришла администрация Байдена, новостей на тему, что скоро отменят прокламацию, не было. Новостей было больше о том, что хотят легализовать 11 миллионов нелегалов. Но так как это еще законопроект, это еще в рассмотрении, поэтому я не могу поделиться с вами также с новостями на эту тему. Но я знаю, что ее двигают для того, чтобы провести. Значит, в этой новости говорится о том, что президент Байден планирует подписать указ об отмене прокламации, которая, мы знаем, приостановила действие некоторых иммиграционных и рабочих виз. И об этом поделилась Эстер Алавария. Она является заместителем директора Совета по внутренней политике Белого дома и одним из главных советников президента по вопросам иммиграции. Значит, также мы многие знаем, что эта прокламация, она появилась на свет 22 апреля или 20 апреля 2020 года, тогда, когда было сказано, что на основании этой прокламации будет приостановлен въезд многим иммигрантам. И больше всего здесь, конечно же, пострадали те, кто воссоединялись со своими семьями. Это были грин-карт-холдеры, больше всех пострадали. Также пострадали граждане США, которые воссоединяются со своими детьми старше 21 года и также со своими родителями. Конечно же, мы знаем, что пострадали очень много тех, кто выиграли DV-лотерею. Они, к сожалению, не смогли. Многие из них не смогли воспользоваться. И поэтому отмена этой прокламации, я думаю, что будет очень таким большим шагом. Вот что говорит Алавария на эту тему. Значит, это была политика, которая игнорировала десятилетия и столетия вклада иммигрантов в нашу экономику, в наше общество, в нашу культуру. Поэтому мы отменим эту политику и вернемся в страну, которая приветствует иммигрантов и признает их вклад. Я надеюсь, что все те, кто находится сейчас в ожидании, смогут воссоединиться со своими родными, любимыми, со своими родителями в ближайшем будущем. Значит, пока на данный момент не ясно, когда Байден намерен подписать эту прокламацию, потому что его планы выпустить несколько иммиграционных заявлений в пятницу не случились. Почему-то этого не произошло. Значит, на данный момент вообще по поводу этой прокламации как бы только впервые появилась эта новость, что как бы администрация Байдена, она рассматривает отмену этой прокламации, потому что в ходе кампании переходного периода ни Байден, ни его администрация, они абсолютно не затрагивали эту тему, и как бы по тому, что было известно, его советники также не брали на себя как бы обязательства по работе над отменой этой прокламации. Значит, мы все знаем, что менее чем за месяц до вступления в должность президента Байдена Трамп распорядился продлить эту прокламацию на плюс 3 месяца. И теперь по правилам она заканчивается 31 марта. И, значит, 31 марта у нас получается, если у вас есть визы, вот сегодня мне только писал молодой человек, что у него на визе написано, что его виза
является subject to proclamation. Это значит, если на визе есть это ограничение, к сожалению, до 31 марта, если не отменят эту прокламацию, он не сможет въехать. Поэтому сейчас администрация Байдена работает над тем, чтобы отменить. Значит, что еще на эту тему? Значит, на супругов и детей мы знаем 21 и моложе. Значит, детей граждан США это не коснулось, потому что это как бы... Я знаю, что по этой категории люди воссоединялись и получали визы. Также прокламация администрации Трампа заморозила, я бы сказала, DV-лотерею. И мы знаем, что в сентябре федеральный судья обязал правительство выдать более 9 тысяч виз потенциальным иммигрантам, которые выиграли лотерею в прошлом году. Но мы знаем, что на данный момент на основании этой прокламации им вход, также въезд, точнее, также запрещен, к сожалению. Значит, мы знаем, что эти ограничения также приостановили рабочие визы, но я рабочие визы особо не освещаю, потому что я не работаю с ними. И в настоящее время как бы правительству, правительству запрещено применять визовые ограничения в отношении работников, спонсируемых несколькими крупными американскими компаниями из-за решения суда в октябре. Значит, Сара Пирс, политический аналитик Института иммиграционной политики, заявила, что ограничения, введенные администрацией Трампа, имели как бы такой своего рода характер, характерный такой, характерный для его политики как бы голос, и поэтому они были введены по экономическим соображениям, и также она считает, что экономический кризис все еще существует, он здесь, и это как бы большая проблема для Соединенных Штатов, и поэтому администрации Байдена придется изложить причины, по которым они считают правильным отменить эту прокламацию, несмотря на их предполагаемые выгоды для экономики. Значит, по оценкам группы Пирса, более 8 тысяч петиций по грин-картам были заблокированы в период с апреля по ноябрь 2020 года из-за ограничений господина президента Трампа. Значит, Алавария сказала, что президент Байден также отменит прокламацию, которую Трамп издал в октябре 2019 года, которая позволяла, значит, офицерам отклонять заявление на визу от иммигрантов, которые, по их мнению, не смогут оплатить медицинскую страховку или же покрыть медицинские расходы в США. Значит, в соответствии с планом ожидаемых исполнительных действий, президент Байден, значит, планирует подписать дополнительную директиву, которая предписывает должностным лицам пересмотреть правила public charge. Правила public charge – это самое страшное для всех иммигрантов, те, кто планирует получить грин-карту. Значит, мы знаем, что если вы получали public charge, значит, вы можете оказаться в группе риска тех, которые, которым могут и не дать грин-карту. Значит, мы будем надеяться, что это будет отменено, и поэтому я бы сказала, что если на данный момент у нас public charge не действует в 18 штатах, я очень надеюсь, что скоро ее полностью отменят. Вот такие у нас с вами новости, друзья. Это как бы первые признаки от администрации Байдена о том, что эти прокламации будут отменены. И я очень надеюсь, что это произойдет. Когда это произойдет, я ожидаю, что до конца этой недели, я думаю, самый поздний в понедельник мы уже узнаем, отменена эта прокламация или же нет.
Ну, я считаю, что я с вами поделилась этой новостью. Я очень надеюсь, что это как-то поможет вам успокоиться или же поделиться этой новостью с вашими близкими, родными, что вы скоро с ними будете. На связи была Зара. Как всегда, остаемся до следующего видео. Всего доброго. Пока.